Из-за сильных снегопадов в Польше на дороге погибли по меньшей мере 2 человека. Около 300 тысяч жителей страны остались без электричества. Сообщается о задержках поездов. Сотрудники экстренных служб совершили больше 2500 выездов. Во многих местах ремонтным бригадам трудно добраться до места аварии из-за состояния дорог. Особенно сложная ситуация сложилась в Малопольском, Люблинском и Подкарпатском воеводствах. Проливные дожди привели к подъему уровня воды в реках Сербии, Боснии, Черногории, Косово и Албании. В пятницу во многих районах упала температура, и дождь сменился снегом. Размыло дороги, не обошлось без повреждения электросетей. Отмечаются проблемы с питьевой водой, десятки людей были эвакуированы. К северо-востоку от Тираны местная энергетическая компания была вынуждена открыть шлюзы на переполненных водохранилищах, затопив сельскохозяйственные угодья. Власти Албании подключили военных к ликвидации последствий непогоды.